Если у нее есть цель, она будет идти и всех с собой увлечет. Всегда нас как-то двигает, заводит, там подбадривает. Когда надо что-то сделать, что не может больше никто, она на себя возьмет это. Надежда Владимировна — наша Жанна д'Арк. Мне 9 лет, и мои родители решили, что надо все-таки еще чем-то заниматься, кроме общеобразовательной школы. Мне сказали: ну, выбирай что, или музыку, или танцы. Я спрашиваю: а что сложнее? Ну, так мама подумала, говорит: наверное, пение сложнее. Ну, хорошо, тогда пение. С тех пор я стала ходить в хоровую школу «Весна», и так получилось, что это определило всю мою дальнейшую жизнь. Эдварду Контес, это место, да? И дальше смело все пойте. Александр Сергеевич был совершенно удивительный человек, такой фонтан эмоций, вечно хохмил, шутил. В 84 году меня уже пригласили официально работать. Александр Сергеевич мне вручил трудовую книжку, очень этим гордился. Я с ним как бы всю жизнь была его главной помощницей. Когда Надежда Владимировна приходит, все прям озаряется, становится все светлое и становится сразу хорошо на душе. Профессия педагога-музыканта, она очень сложная, и, по сути, ей нельзя научиться. Все приходит только с практикой. Самое трудное – так учить, чтобы дети не чувствовали, что их учат. Конечно, все равно время от времени какие-то проблемы возникают. Это нормально, мы же все люди. Я, кстати, детям тоже всегда говорю: не бойтесь, не волнуйтесь, если вы что-то сделали не так. Это нормально, мы все ошибаемся. Солируйте, солируйте! Молодцы! Она как прям светлый ангел, который несет нас в мир музыки. Я знаю много примеров, когда хор превращается в муштру. То есть просто дрессировка, вот надо выучить там песенку. В настоящем хоре чувствуют себя свободно. Они все время видят результат, да, что хор растет, музыка изучается, она звучит все лучше и лучше. И вот это ощущение важности себя, ценности себя, плюс красота, которую они все время слышат, это, конечно, их очень вдохновляет. Раз, два, три, четыре, пять. Утро, воскресенье, что может быть прекраснее, чем прийти на хор, попеть 3 часа с любимыми людьми, педагогами. Хор – это наша большая семья. Когда мы позанимались, дети вроде бы должны устать, да, 2 часа, 3 часа, а они наоборот вдохновленные, глаза светятся. Смотрю на часы: все, время наше уже давно закончилось. Нет, как? Давайте еще. Вот это самая большая радость всегда, потому что, значит, ну, правильно мы занимаемся. То есть они не только чему-то научились обязательно, но они еще вдохновились этой музыкой, этой обстановкой и пошли вот на этом таком каком-то, да, оптимизме и душевном подъеме домой, дальше творить и дальше жить.